Всем привет, с вами Марина, вы на канале Девочки и Куколки. Сегодня я записываю мастер-класс, как сделать вот такой шкаф-стеллаж для кукол из коробки. Здесь выдвижной ящичек есть, здесь тоже у нас выдвигается все хорошо. Вот, это третий мастер-класс по изготовлению шкафа-стеллажика. Очень давно, когда мы только открыли канал, у нас был вот такой легкий-легкий мастер-класс. Девочкам, наверное, будет очень легко. Потом я делала вот такой шифонер тоже из коробочек. Можете посмотреть, выдвигается. И сегодня я буду делать вот такой цветной, веселый, яркий шкафчик. Ну что ж, начнем делать наш шкаф. И первое, что я приготовила, это вот такую коробочку из-под каши. Я ее уже разрезала заранее. Вот видите, вырезала вот эту вот часть. Также я приготовила две коробочки. Одну из-под соли, другую из-под чая. Не знаю, которая мне пригодится. Приготовила ленточки, скотч. Вот этот скотч я уже покупаю вот в таких больших матушках. Вот. Также вот цветной картон. Спичные коробочки 6 штучек. Потом я взяла вот бумага, это картон из-под коробки. Может быть, тоже пригодится. И давайте начнем. Клей-момент, конечно, это все вы увидите. И первое, что мы будем делать, мы будем смотреть, как будет располагаться наш шкаф. Я планирую выдвижной ящик сделать обязательно. Потом из спичных коробков сделать маленькие такие ящички и полочки. Поэтому я беру вот эту коробочку чая и смотрю, хорошо ли она вот так входит. Надо найти такую коробочку и первую, и вторую, чтобы они вот так сочетались. Видите, хорошо входили. Из-под соли сейчас попробую. Ну, тоже хорошо входит, но чуть-чуть коробочка сразу становится шире. Но почти хорошо. Наверное, я выберу из-под чая. Что я сейчас сделаю? Мне нужно обрезать коробочку так, чтобы она у нас была выдвижным ящичком. Замерить вот это расстояние и обрезать вот так коробочку. Я разрезала коробочку чая из-под чая. Вот таким ножом я резала. Кстати, из такой коробочки мы делали новогодний камин. Посмотрите, у нас на канале очень замечательный получился камин. Что дальше? Смотрите, как будет это. Это будет вот так. Это будет такой выдвижной ящичек. Значит, выше ящика мне нужно сделать полочку. А дальше у меня задумка делать такие вот выдвижные ящички из спичных коробков. Для этого я коробочки склею клеем по 3. И по желанию можно вот таким малярным скотчем закрепить. Сначала клеем, потом скотчем, чтобы все было прочнее. Далее мне нужно вырезать полочки. Размер полочек будет вот такие. Вот у меня от верхней крышечки. Вот такие я вырежу полочки. Но кто смотрел мастер-класс, как я делала шифонер, я уже показывала, что с боков на 1 сантиметр полки мы будем делать больше для удобства приклеивания вовнутрь. Кстати, бока вот здесь вот можете любым скотчем. Вот такие можете обклеить, чтобы было просто краешки обработанные. Вот. Ну, будем склеивать теперь коробки. И вот эти вот края я, наверное, отделаю или скотчем, или вот такой вот цветной ленточкой. Шкаф сегодня будем делать яркий и цветной. Показываю, что я сделала дальше. Я просто взяла, склеила по 3 спичных коробка и здесь приклеила тесемочки такие красивые. Или скотч, или цветную бумагу. Далее я взяла вот такой набор. Картон. У меня гофрированный картон. Вы знаете, мне очень даже понравилось вот какая у него обложка у этого картона. Может быть, даже из нее буду делать красивый шифонер. Пока точно не знаю. Пока вырезала вот синего цвета, вот чтобы заклеить вот здесь у коробки спинку вот эту вот. И дальше, как я вам и говорила, вырезала две полки. Ну вот из такого картона, это какая-то упаковка из-под конфет гранулированный кофе.
из-под кофе. Не выбрасывайте сразу упаковочки, а если вы занимаетесь творчеством, вам все пригодится. После Нового года много осталось конфет разных. Смотрите, что дальше. Вот если полочка у вас сделана сбоку еще по сантиметру, то у вас будет вот так приклеиваться очень хорошо и аккуратно. У нас уже есть выдвижной ящичек. Далее мы должны приклеить вот такую полочку. Дальше мы будем приклеивать вот такие вот выдвижные еще ящички. Затем, ну, может быть, еще одну полку сделаем, пока я точно не знаю. Пока вот примерно вот так может выглядеть. Может быть, ящики сверху сейчас сделаем. Ну, дальше надо все обклеивать. Чем можно приклеить заднюю спинку? Можно на двухсторонний скотч, можно клеем момент. Мне нравится клеем момент пользоваться. Продолжаю показывать, что я еще делаю. Вот наверх я приклеила из гофрированного картона вот такую планочку, но смотрите, я ее сделала чуть-чуть больше, чем наша коробка. Почему? Может быть, вы так не будете делать. Вот у меня эта коробочка из-под чая, она все-таки оказалась, смотрите, немножко вот здесь, видите, больше. И чтобы это все, ну, как-то закрыть, я сейчас обклею коробочку чуть больше, чем размер, да? И вот это будет вот так выдвигаться. Вот здесь, конечно, тоже надо все красиво закрыть. Вот я вырезала картоночку. Ничего страшного, что тут какая-то надпись. Это будет не видно. Вот сейчас вот так еще приклею. Тоже, видите, немножко больше я это сделала. А дальше будем приклеивать полки. И смотрите, ой, извиняюсь, падает у меня коробка. Вот здесь я решила не делать в этот раз пуговичку или кнопочку или там ручку. Я вот здесь вот так вот сейчас вырежу полукруг, за который можно пальчиком будет открывать коробочку. С обратной стороны тоже можно немножко укрепить. Продолжаем. Значит, приклеиваем сейчас вот сюда, приклеиваем вот такую полосочку. Хочу вам показать, как я обклеиваю вот спичные коробочки. Из другой вот обложки картона, цветной бумаги, я взяла, вырезала полосочку. Вот она. Смерила ее на коробочек, изогнула, изогнула ее вот так по размеру. Приготовила две резинки, клей-момент, и начинаем склеивать. Пишут в комментариях, где взять картон. Вот где взять картон. Вы видите, где я беру картон. Коробки из-под конфет, обложки от цветной бумаги. И вот так симпатично у нас получается. Так как шкаф мы решили делать цветной. Маленькими ножницами я вырезала вот такой полукруг. Вам советую делать уголок. Потому что полукруг вырезать, ну, немножко и трудно даже оказалось, чтобы сделать ровно и красиво. Теперь примеряем полочку, как мы с вами уже смотрели. И вот так приклеиваем полочку. И вот здесь вот прищепочками закрепляем. Вот так вот. Значит, ящичек оставляем здесь. Смотрим расстояние, чтобы все было ровно, аккуратно. И ждем, когда подсохнет. И вот приклеила я две полочки прищепками. Смотрите, вот это место, помните, здесь оставляли 1 сантиметр. Вот прищепками удобнее. Приклеила вот эти два у нас шкафчика небольших таких выдвижных. Но сейчас я их буду держать руками, чтобы они приклеились, потому что их я не знаю, чем закреплять. Вот такой шкаф получается. Осталось обклеить бока. Это у нас книжная полка под книги.
Выдвижной ящичек у нас тоже уже готов. Видите, да? Ну, совсем немного осталось. И вот здесь вот нужно приклеить донышко побольше, чем донышко у шкафчика, чтобы он был устойчивый. Для того, чтобы шкафчик был устойчивый, на донышко нужно обязательно приклеить картонку больше, чем основание шкафа. Я вырезала больше. Вот так. Вот. Видите, да? Сейчас я ее приклею. Это для того, чтобы шкаф стоял устойчиво. Вот. И что еще дальше? Вот эти выдвижные ящики, у них должны быть какие-то ручки, да? Ручки можно сделать разные, можно приклеить просто пуговки, можно приклеить бусинки, можно крючочки, все что угодно. Ну, я, наверное, сейчас все это сделаю, вам покажу, потому что, когда делала шифонерчик, я подробно показывала, как я делала из скрепки и бусинки. Как я и говорила раньше, нам надо сделать, чтобы выдвижные наши ящики хорошо выдвигались и у них было крепление. Я вам покажу несколько способов. Для этого я уже приготовила горячий клей и бусинки. Вот разные бусинки. Самый простой вариант – это взять вот такую вот коробочку от спичного коробка и приклеить к ней бусинку. Просто берем, капаем клей. Сюда клей посередине и приклеиваем бусинку. Вот. Можно круглую приклеить бусинку. У меня вот немножко квадратненькая бусинка, да? Но я вам скажу, что этот способ, он удобный, быстрый, но он не совсем надежный для игры. Когда вот так часто, если ребенок, девочка, открывает, закрывает ящик, может сломаться. Я вам покажу еще один способ. Для этого мы берем скрепку, вот такой инструмент, я забыл, как он называется, и скрепку надо обрезать, соединить вот так, инструментом этим скрепить и в дырочку вставить. Далее, так, ну вот, видите, так, это без дырки. Вот нужно сделать маленькими ножницами здесь дырочку. Чуть-чуть я капаю клея, чуть-чуть капаю и вставляю в эту дырочку. Надо попасть. Ну, немножко сложно, но можно. Все, смотрите, мы закрепили. Вот сейчас будем делать еще 10 разъединять. Вот этот вариант для игры очень надежный. Мы так уже делали. И теперь вот здесь сейчас немножко засохнет. Вот эти две штуки от скрепки разъединить в разные стороны и еще раз капнуть клея. Вот. Вот такая еще штучка может быть. Так что смотрите. И можно взять просто бусинку круглую и приклеить. Тоже хватит на некоторое время для игры. Только клея, чтобы много не было. И вот шкаф готов. Все ящики хорошо выдвигаются, задвигаются. Этот пальчиком, этот за бусинку. Обратная сторона, видите, какая, да? Кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, пишите комментарии, что вы хотите еще увидеть на нашем канале. Добавляйтесь в наши группы ВКонтакте, в Одноклассники, девочки и куколки. Всем пока, с вами была Марина.